полное описание источника выхода нового четырехсерийного сериала «Женский защитник». Премьера сериала состоится 23 февраля на домашнем. Анне 35. Она никогда не была замужем и не собирается под венец. Ведь за годы общения с коллегами успела насмотреться всякого. Результатом стало то, что у женщины полностью атрофировалось чувство любви. Будучи адвокатом, который специализируется на разводах, Анна представляет в судах исключительно интересы женщин. За время практик она неоднократно наблюдала, насколько гнусные выходки позволяют себе экс-супруги ее клиентов. Однажды случается так, что героиня вынуждена пересматривать свою ранее непоколебимую позицию. Очередная клиентка утверждает, что много раз становилась жертвой домашнего насилия. Адвокат противоположной стороны, Артем, категорически отвергает это утверждение. Вскоре Анна понимает, что, кажется, влюбилась в своего противника, и, похоже, ее чувства взаимны. Премьера сериала состоится 23 февраля на домашнем. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.